My name's Eva. That's me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFFs. Oh, Krista, I feel the love potion kicking in as we speak. Dirty Jew. Молодежь может понять это через экран Инстаграма, как будто это происходит вот сейчас, сегодня. Вот там вот на улице и с их друзьями. Вот как раз Ева, это они просто могли представить, что Ева — это их друг, который сейчас находится в этой ситуации. Это действительно очень страшно. Locations were powerful. We went to experts and said, where is the best place where we can find this kind of streets, environments, furniture that reminds those days. Jews can no longer own businesses. Document everything that happens to us. Это новый язык повествования кинематографического, скажем так, вот изобретался прямо вот на месте. Сложностью, мне кажется, было снимать историю про нацистов во Львове за неделю до выборов, до первого тура выборов. Свастикой были завешены улицы, и было очень строго у нас от городской администрации. Мы не могли открывать эту свастику и оставлять развешенной. I had a dream that I meet Eva in Auschwitz, and I told her, Eva, I won't be able to save you, but everyone is going to know about you. I think people will remember us. Yes, Eva.